Сегодня отмечается Сусветный день пошты. 143 года тому, 9 кастрычника, был подписан Бернский договор по створению Сусветного поштового союза. Сегодня эта международная организация объединяет 192 страны света. У их лику и Беларусь. Чем живе пошта Гомельской области? Сколько листов что дня проходит проз яе отделение и как оформить подписку, не выходячи из дому, доведались наши корреспонденты. Гомельский филиал Руббелпошта – это 575 отделений у поштовой сувязи, у тым лику 367 у сельской мясовости и 56 пересовных. Усе обсталяванные компьютерными системами и объединены у одиную информационно-технологичную сетку, якая позволяет передавать дазиные у электронном выгляде максимально хутко. Отправить по почте лист зараз можно у любую кропку планеты. У середнем что день на Гомельщине опрацовывается амаль 50 тысяч листов и 1000 посылок, доставляется амаль 130 тысяч газет. Каждый месяц сюда прибегаю, потому что мне здесь нравится обслуживание. Во-первых, очередей никогда не бывает, очень удобно. И всегда девочки очень приветливые. А что бы хотелось пожелать всем сотрудникам и в целом всей сфере День почты? Хотела пожелать, конечно, здоровья и понимания среди людей. И, конечно, хорошей зарплаты и достойной жизни. Я получаю пенсию ежемесячно. Обращайтесь сюда, да? Да, конечно, здесь никогда нет очереди. Вообще, вот в целом, довольны ли вот как раз? Довольны. Очень хорошие девочки. В общем, все хорошо. Важнейший напрямок деятельности пошты – оформление подписки. Сегодня на выборы пропонуют больше за 3000 выданий у Беларуси, России, Украины и Казахстана. Есть особный каталог со списком детячих выданий. При этом оформить подписку можно как у отделениях пошты, так и дистанционно с допомогой интернету, а так само платежно-доведочных терминалов. А кроме того, для оформления подписки можно просто потелефоновать у отделения и запросить поштальона прийти на дом. Дальше сотрудники пошты дают возможность читать газеты и тем, кто опынулся у склада данной житевой ситуации и не может самостоятельно оформить подписку. Мы проводим благотворительную акцию «Марафон добра». Это акция, которая позволяет жителям нашего города и не только города, республики поучаствовать в этой акции, оформить подписку на дома-интернаты для детей, которые находятся на государственном обеспечении. Кроме того, наша акция «Марафон добра» предполагает еще и печатные издания. Клиент может купить их в розницу, и тоже мы их передадим в эти учреждения для деток, которые там проживают. Нагадаем, зараз проходит подписка на отрывание выданий до конца этого года. У ближайшие дни стартует подписка и на первые полгода 2018-го. При этом широк газет и часописов пропонуют своим постоянным подписчикам, пенсионерам и ветеранам приемные скидки. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».